Доброй ночи, дамы и господа, с вами Шок 25. Сегодня мы завершим прохождение злой сюжетной линии за АДБ на PlayStation 2. В миссии Нью-Йорк мы будем оглушать всех второстепенных членов и убивать исключительно главных. На экспертном уровне сложности подписывайтесь на наш канал и на группу ВКонтакте. I killed Lambert. Yes, you did. You believed the mission required it, and you acted accordingly. Is that how you justify what you did? This is where it all pays off! All the work, all the sacrifice, it ends here! And we couldn't have done it without you, Fisher! Don't thank me yet. What's going on? It seems Mr. Sykes was right. Our Mr. Fisher is a traitor and a spy. And for that, he died. Kill Fisher on sight! I was the one who kept telling you that. Zip it, dumbass. Didn't you just tell me to keep the noise down? You know, I never liked you. Fisher! It was you all along, you sneaky son of a... Think hard about what you're about to say. What do you want? I want to know where Emil is. He's with the bomb. And where's that? Forget it. You can't get there from here. Not unless you can fly. Oh, come on, Fisher. Give me a break here. I don't think so good if I can't breathe. Williams, my cover's blown. Emil's instructed his men to kill on sight. Okay, Fisher. Plan B. Cleanup mission. Take them out, every single one of them. The main JBA members are top priority, the others only if the opportunity presents itself. I'm sending other units, but they may not arrive in time. The Red Mercury devices must be recovered. Hurry, you understand? I'll take care of it. Leave no one standing, including Enrica Villablanca. Leave her out of this, Williams. She doesn't deserve this. You have your orders. Either do your job, or I'll have someone else do it. Hey? Hey! What's up? Okay, you're getting rattled. Just forget it. Thank you.
stinks. Shit! What was that? Give me a... I can hear you in there. I don't like this at all. Ребята, мы наконец-таки забрались на этот чердак просторного, огромного просто помещения. Но здесь чисто и ничего, кроме одной бутылки и пары банок на полу, здесь ничего нету. Никаких тебе боеприпасов, плюшек, фишек, пасхальных яиц, ну и так далее. Также я не понимаю, зачем нужен этот подъемник лифт, если с ним ничего нельзя здесь сделать. Да и вообще у меня такое ощущение, что это какой-то грузовой контейнер. Хотя даже вот под лестницей среди ящиков здесь тоже ничего нет. И мне непонятно, есть ли что-то в версии на Xbox в этом месте. Сколько я не смотрел прохождения различных людей, они тупо эти места пропускают и забивают на них. Не заходит ни наверх, ни вниз. Но также я вам продемонстрировал сейчас секретную клюку. Эти лазерные мины можно уничтожать не только выводить из строя при помощи нашего пистолета, а также можно спокойно перепрыгивать и уничтожать при помощи нашей обычной винтовки в режиме снайперского прицела. Да, и уничтожать их нужно на очень большом расстоянии, иначе вас заденет и вы сразу же умрете. Также нужно прятать тела. В этом случае. Надеюсь, я никого не убил. Ну и будем считать, что так и есть. А вот здесь эту лампу, к сожалению, погасить при помощи нашего пистолета не получится. Мы используем сейчас другой путь и играем за АДБ, оглушая всех, даже несмотря на то, что у нас шиполоска опустилась до нуля. И доверие почему-то перешло к КНБ все равно. Ну да ладно. Не суть важно, открываем наш режим электромагнитного видения и выводим из строя при помощи нашего чудо-пистолета дальнюю турель. А сейчас мы должны будем как можно быстрее подобраться к этому охраннику и оглушить его. Тем самым деактивировать турель. А вот, собственно, здесь есть еще два противника. Нам нужно их приманить. Приманим их вот сюда, пожалуй. Надеюсь, тело они все равно в снегу не увидят. Да, и, кстати, мы положим его в снег, а он все равно останется в живых. Хотя, по идее, должен будет умереть спустя полчаса, задохнувшись. Ну, замерзнуть в этом снегу.
sure there's nothing here? Ой-ой-ой. Да, эти ребята все-таки кидают в тот ракурс свой светильник, где я только что был. И один из них остается стоять на месте. Ой-ой-ой. А другой будет проходить дальше. Так. Я же сказал, останьтесь на месте. Так, одного мы заглушаем. И ко второму мы сейчас тоже должны подойти сзади и оглушить его. Чтобы не делать по 100 раз телодвижений много. Блин, да он поворачивается, оказывается. Чуть не спалил. Давайте также взломаем турель. Здесь потайных мест особо нету, где были бы боеприпасы с гранатами. Но мы и так очень много чего достали на этом уровне. Не правда ли? Так, давайте побыстрее взломаем эту турель. И взламывать нужно ее правильно. Все-таки 4. Уже на красном уровне. На красном уровне, да. Упс, не сумели взломать. Ну да ладно, ничего страшного, здоровье не отнялось. Попробуем снова. Да, игра, конечно, у меня всегда должно получиться с первого раза, но не получилось. Вообще должно получаться, да, с первых разов. Все. Выключить EFF режим. Вообще это, конечно, не обязательно. Но мы можем при помощи турели сэкономить наши боеприпасы, тупо расстрелять всех этих врагов. Все, здесь мы закончили. Теперь мы идем к Джейми с Сайксом. А теперь аккуратненько, не двигайтесь, тут мина. Stay here and set the bomb. I'm gonna kill Fisher. No, you set the bomb. I'll go find Fisher. Not a chance, Washington. You're the one who brought in Fisher in the first place. Ah, hell. Listen, I know the guy. Maybe Emil's source is wrong. Maybe he made a mistake. And maybe we're both going to stay right here because I don't trust you. Deal with it. Итак, ребята, насколько вы можете помнить, у Джейми Вашингтона стоит кардиостимулятор. И если его выключить при помощи нашего чудодейственного пистолета, то он умрет. Да, Сайкс на это, в принципе, может обращать внимание. Я не знаю, засчитает это как обнаружение в финале уровня или же нет, но рисковать мы не будем. И поэтому как можно тише откроем двери и пройдем мимо них. Сейчас Джейми повернет в другую сторону, наверняка. Угу. What was that? Упс. Не знаю, Сайкс, что это было, но посмотрим через режим электромагнитного видения. И мы увидим, что у Джейми стоит кардиостимулятор в этом месте. Упс. Окружаю с двух сторон, да? Так, ну мы должны немножечко отодвинуться. Пускай ихние фонарики погаснут. А мы пока пойдем, в принципе, мы можем разрядить другую мину, которая осталась с другой стороны. Я не использовал этот проход и решил зайти с другой стороны просто. Вау! Они еще кидают в меня вот эту вот фигню. Ну что же,
Надо подождать, когда она прекратит свое действие. Мы можем просканировать бомбу. Так, начинать последовательности мы пока не будем. Мы просто взломаем ее. Подбираем наши волны. И все готово. Так, файл. Загрузить спецификацию. Я надеюсь, вы помните, что если начать последовательность, то будет загружаться именно последовательность действий. И состоится еще один диалог между Джейми и Сайкс. Но в этот раз обезвреживать бомбу будем мы самостоятельно. Без каких-либо других наших ребят. Ну и так далее. Так, ну давайте я все-таки рискну и настрою свой пистолет на кардиостимулятор Джейми. Вот таким способом он загибается и падает вниз. Gotcha. Да. Так, остался Сайкс. В этот раз разминировать бомбу будем мы. 1, 2, 3, 4. Бомба разминирована. Next. What was that noise? Oops. Сайкс спускается вниз. Just so you know, I did screw with your computer. Fisher, don't kill me, man. I'm just the techie. I'll make you a deal then, Techie. Tell me something useful, and I'll forget how much I'd like to hurt you. There's nothing I can tell you. We got the same briefing. You know everything I do. Then I guess I don't need you alive. Come on, Fisher. Please, don't. Just let me go. I swear, I'll go straight. You'll never see me again. Please, don't kill me. God, don't kill me. Ну что же, даже если мы его пытаемся оглушить, я думаю, мы это сделать, наверное, не сможем, да? Мы его убьем. Сэм! Энрико! I think we need to have a talk. Gotta hand it to her. She's got timing. Невея Фумен, Нью-Йорк. Ну что же, ребята, первая часть нашего прохождения завершена. Мы все взяли. И с вами был Шок... Ой, блин, да. Не ту кнопочку нажал. Да. Кстати, вот там вроде какое-то странное местечко есть, да? Непонятно. То есть вот эти вот вторые, третьи этажи, к сожалению, забраться на них не представляется возможным. Ну ладно. Ну, с вами был... блин. Так. Вот с этой точки. Все, с вами был Шок 25. Продолжим в следующей части.